Құрметті алқа отырысына қатысушылар, құрметті әріптестер, құрметті депутаттар. Бүгін алқа отырысының баяндамаларын мұқият тыңдадық. Тындырылған істер аз емес. Атқарар жұмыстарды жеткілікті. Оны бүгінгі көрсеткіштермен, былтырғы жылдармен салыстырғанда айтуға болады. Ауыл алтын бесігіміз, халқымыздың, тіліміздің, мәдениетіміздің ұйытқысы. Сондықтан ауылдың шаруашылығын дамыту, ауылдың тұрғындардың жағдайын жақсарту елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ерекше назарында. Ол біздің осы отырған залда біздің әріптестеріміздің, министрліктің, үкіметтің ерекше назарында болу керек, қатаң бақылауында болу керек. Сондықтан менде біраз айтатын мәселелер бар, оны сізге жеткізейін. Уважаемые участники и коллеги, вы прекрасно понимаете, и сегодня об этом многие говорят, что потенциал нашего сельского хозяйства достаточно высокий, возможности у него большие. Более того, на селе у нас сегодня проживает 45% нашего населения. Это замечательные труженики, которые делают свое дело, которые кормят нашу страну и которые ждут от нас с вами правильных решений, которые мы должны принять с тем, чтобы на селе, как я уже говорил, была высокая производительность труда, высокое качество продукции, ее ассортимент, и чтобы жители села, труженики села, не только получали достойную заработную плату, но и получали от этого удовольствие, от своего труда. Понятно, без всесторонней государственной поддержки сельскому хозяйству мы, конечно, этого не достигнем. Хоть финансирование растет из года в год, и результаты, о чем я говорил, налицо, тем не менее, задач и проблем на селе еще много и много. Вот я хочу сказать, что программа дальнейшего развития агропромышленной отрасли предусматривает, которую мы примем с учетом вот многих замечаний, которые мы разрабатывали в течение всего прошлого года. Вы знаете, мы привлекали в разработку этой программы большое количество наших специалистов, непосредственно тех людей, которые сегодня возглавляют фермерские хозяйства, те, которые производят сельхозпродукцию, те, кто управляют крупными хозяйствами, не только крупными, но и мелкими, кто занимается переработкой и кто участвует в ее финансировании. То есть все те участники, они активно принимали участие в формировании этой программы. Достаточно большое количество и практически сидящие в этом зале депутаты парламента, мажлиса и сената также принимали участие в формировании этой программы. Надеюсь, что мы ее в феврале месяце правительством она будет принята. И вот в рамках этой программы на поддержку агропромышленного комплекса до 2020 года будет направлено 3 триллиона тенге. При этом ожидаются не меньше инвестиций от бизнеса, на что мы надеемся. Почему? Потому что мы это видим, что то есть на вложенные тенге от государства приходит как минимум 2-3 тенге от бизнеса. Только на финансовое оздоровление предприятий переработки будет направлено порядка 30 миллиардов тенге. Поэтому главная цель этой программы – это создание новых производств, достаточно высокотехнологических, и, конечно же, это занятость наших сельчан. Мало не мало, но самозанятых на селе сегодня у нас 1,8 миллиона человек. Конечно, можно по-разному считать, кто такие самозанятые, но, тем не менее, тот, кто не занят производительным трудом, тот считается самозанятым. Я хотел бы акцентировать ваше внимание на нескольких направлениях. В
Первое – это по влаго- и ресурсосберегающим технологиям. По докладу министра мы видели, что площади орошаемых земель растут, но дают ли они такую отдачу, которую бы мы хотели видеть? Вот я смотрю в зале некоторых акиматов, которые принимают участие, сегодняшние коллеги, принимают участие многие специалисты. Я вижу там Валентина Ивановича Дуреченского, на хозяйстве которого многие, кто занимается, допустим, благо и нулевыми технологиями, принимали участие. Более того, мы в период прошлогодней засухи непосредственно ездили по хозяйствам с министром и смотрели, как все-таки вот эти новые технологии влияют непосредственно на селе, на урожайность зерновых. И мы увидели налицо, что, конечно, есть объективные, субъективные факторы, есть зоны в одном районе, где ни грамма осадков не выпало, и, конечно же, там была очень низкая урожайность, от 2 до 3 центнеров с гектара. Ну, есть хозяйства, где около 5-6 было. Но когда мы находились в одном районе на расстоянии там, 20-30 километров и увидели, что у Валентина Ивановича урожайность в среднем показывает от 15 до 17 центнеров гектаров и показывает нам вот эти новые современные технологии, которые применяются, пусть это опытное хозяйство, хотя мы знаем много опытных хозяйств, где по-разному относятся к тем же влагосберегающим нулевым технологиям. Но факт налицо. Я не думаю, что на полях этого опытного хозяйства, у Дуреченского, выпало там в сотни или в десятки раз больше осадков. Тем не менее, сколько они получили? Порядка, наверное, 17 центнеров с гектара, Асан Сарбаевич. Когда рядом хозяйства получают, мы не говорим, что нужно повально, но в разумных пределах, наверное, в областях должны увеличивать вот эти технологии. Да, они за собой потянут новые комплексы, это новые комбайны, новые трактора. Это понятно, но необходимо использовать гербициды, то есть удобрения. То есть вся технология должна быть соблюдена. Если мы что-то из этого цикла, из этой цепи, какое-нибудь звено вырвем, конечно, ни к чему это не приведет. Поэтому вопрос применения влага и ресурсосберегающих технологий, это не только, я так к примеру говорю у Дуреченского, во многих областях, кто занимается растениеводством, новые технологии применяются. Поэтому Министерству сельского хозяйства, акимам областей следует расширять применение этих технологий, быстрее определиться с мерами государственной поддержки в этих направлениях и в особенно в диверсификации растениеводства. Я еще раз повторяю, нам не только рыночными, Аслан Сарбаевич, нам нужно и применять уже административные меры воздействия с рыночными механизмами. Понимаете? Там, кто занимается и хочет, в первую очередь это аким, его, так сказать, коллеги, соратники, и там, где они применяют и готовы это применять, значит, должна быть господдержка в растениеводстве. Не хотят заниматься? Просто так на гектар около, никаких субсидий и поддержки не будет. Значит, я попрошу, здесь у нас находится в зале Сагынтаев, первый заместитель премьер-министра, который курирует сельское хозяйство, взять на особый контроль эти вопросы. Как я уже говорил, в растениеводстве необходимо продолжать диверсификацию. Мы видим, что увеличивается культуры масличные, много интересного в других культурах. Мы видим, как растет переработка, особенно в производстве растительного масла, то есть масличные культуры. Эти методы диверсификации надо будет активно нам внедрять. Но существует, конечно же, вот в производстве зерновых существует проблема качества семян. Отчитываемся, что сеем элитные сорта. Где же тогда расширение площадей этих посевов? Как они районируются? Где наши сельхозинституты? Это вот одно звено, и верное, одно звено из той цепи, о котором я говорил. Где их поддержка? Или только по нашим опытным хозяйствам мы будем судить?
Эти вопросы должны быть на особом контроле Министерства сельского хозяйства. Вот по кормопроизводству два слова я хотел сказать. Посевная площадь кормовых культур сократилась почти в 5 раз. Обеспеченность скота кормами в стойловый период не превышает 60% от потребности. Какой элитный скот даст высокие показатели по молоку, по мясу, если мы как отрасль кормопроизводства в сельском хозяйстве практически не имеем? Но должна быть какая-то система. Не сформированы, не созданы структуры по доготовке, доставке кормов. Мы говорим о СЗЦ. СЗЦ практически вот уже больше 2 лет говорим о них, которые созданы при наших социально-предпринимательских корпорациях. По сути, они никакой системе ничего не привели. Ну, где-то там поддержат, где-то там в лизинг технику приведут, или там где-то помогут с уборкой или с посевной. Но системы кормопроизводства как отрасли, она у нас не создана. Поэтому необходимо сформировать рынок кормов в Казахстане и отрасль кормопроизводства. Поэтому вот конкретные поручения, Алсаджан Сарабаевич, предложение по кормопроизводству, срок 1 месяц, и мы в правительстве с учетом предложений наших сельчан, фермеров, те, которые непосредственно занимают, давайте опыт посмотрим, и в течение месяца ждем от вас предложения с тем, чтобы рассмотреть более детально и принять системные меры по этому вопросу. Вот хотел бы продолжить интересное выступление, еще раз говорю, академика Калиева по развитию отгонного животноводства. И в целом это ведет нас к модернизации обводнения пастбищ. Мне глава нашего государства, Нурсултан Абишевич, рассказывал, вот он и академик приводил в пример, и Нурсултан Абишевич рассказывал, в советское время было 1000 таких отгонных пастбищ вокруг колодцев. Он мне называл даже номер вот этого глубинного насоса, который ежегодно поставлялись, а когда не поставлялись, то Совмин, его один из заместителей, выбивал в госплане количество таких насосов. А их нужно было каждый год обновлять там 1000. Но все хорошо работало. И обводнение пастбища, и водопои скота. Вот представьте, вокруг одного такого колодца находилось сколько голов баранов, допустим. И поэтому у нас было порядка 35-40 миллионов голов овец. Площади же не уменьшились. Возможности не уменьшились. Потенциал есть. Желающих при, будем так говорить, серьезной государственной поддержке и в том числе местных исполнительных органов, я думаю, будет более чем достаточно. А качество мяса, его продукт будет на самом высоком уровне. Поэтому надо вводить в оборот ранее не задействованные пастбищные участки. Понятно, для этого нужна инфраструктура. Здесь по инфраструктуре, еще раз повторю и скажу, будет поддержка со стороны правительства, министерства и Казагра. Акимам необходимо создать на местах систему обслуживания колодцев, инфраструктуры водообеспечения. Поэтому вновь созданные такие объекты не должны остаться бесхозными и работать эффективно, под контролем. По идентификации скота. 3-й год этой работы идет, немаловажная. Я не зря акцентирую этот вопрос. Пока у нас не будет нормального учета, не будет никакого развития животноводства. Понимаете? Мы должны знать на самом деле и в электронном формате, чтобы я или, допустим, министр нажал на одну клавишу, высветилось, сколько у нас сегодня скота в разрезе. Овец сколько, верблюдов, лошадей, КРС и так далее, так далее. Сколько у нас маточного поголовья, сколько у нас отелилось, сколько... К этому идем мы? Идем. Но не будет реальной картины, пока мы не закончим идентификацию. В этом году мы, Алсаджан Сарабаевич, закончим или нет? Вот в протокол включите, Ерлан Жаханович, что в этом году министерство обязуется закончить идентификацию скота в Республике Казахстан. Будет у нас учет и будет над чем, над какой базой работать. Понимаете?
Без этого, без учета у нас не получится ничего. Поэтому завершить эту работу в этом году и начинать серьезный учет нашего скота. Тем более возможности, механизмы у нас есть. Хочу подчеркнуть по ветеринарии. Значит, работа идет, неплохо идет. Мы недавно провели в конце прошлого года очень большую конференцию, которую инициировало Международное эпизоотическое бюро и Министерство сельского хозяйства. Очень много интересных идей, предложений по совершенствованию нашей ветеринарной службы было. Но мы пошли все-таки на усиление дисциплины в этом направлении. Без жесткости, без создания элементарных основ безопасности, пищевой безопасности, а это только может достигнуть ужесточением этой службы, системности этой службы, мы ничего не добьемся. Поэтому мы пошли на создание госветлабораторий вплоть до районного звена. Возможно, мы пойдем до крупных сельских населенных пунктов. Без него мы прекрасно понимаем, как продаются и как реализуется мясо на прилавках наших рынков. Понимаете? И как он производится убой. Всю эту систему мы знаем. Ни один килограмм мяса не должен пройти без ветнаблюдения и без ветсправки. Реальный, а не купленный или, так сказать, выданный кем-то. Поэтому по ветеринарии мы продолжим эту системную работу по мощному администрированию, по созданию системы, по поддержке, по оснащению ветлаборатории соответствующим оборудованием. И, конечно, нам нужны кадры. Вот Иван Адамович не зря сказал, на самом деле, уровень наших ветврачей, ветеринаров надо поднимать на высокий уровень. И здесь, Аслан Сарабаевич, поддержка со стороны в рамках финансирования должна быть полной. Имейте это в виду. Значит, нам нужно в рамках проводимой реформы ветеринарии перезаключить со всеми странами-импортерами скота межгосударственное соглашение, где указать все конкретные обязательства и ответственность сторон по нераспространению болезней. Естественно, как с ними бороться. Один из главных вопросов, я как бы ссылаюсь на наших выступающих, учитывая, что они говорили очень правильные вещи. Вот Мадинов Рамин Рисович говорил по эффективной и доступной системе кредитования. Это важный вопрос. Конечно, помимо кредитования аграрного сектора, мы должны еще ставить вопрос по обеспечению возвратности выданных кредитов. Серьезной проблемой в сельхозпроизводстве является недостаток ликвидности и доступных кредитных ресурсов. И об этом мы знаем, и сегодня об этом говорят. Мы будем этот вопрос решать. По линии Казагро мы начинаем в этом году привлекать порядка 150 миллиардов. В следующем году мы или на этом, или на выше уровне мы будем решать эти вопросы. Будем привлекать сюда и кредитные ресурсы, как государственные, так и пенсионные деньги. Поэтому механизм есть. Мы его сейчас очень внимательно в правительстве рассматриваем. Я думаю, что 2013 год будет пилотный по финансовому оздоровлению наших сельхозтоваропроизводителей. И многие моменты, о которых говорил депутат Мадинов, мы готовы поддержать, рассмотреть. Поэтому при формировании тех или иных механизмов по финансовому оздоровлению, по кредитованию наших сельчан, сельхозтоваропроизводителей, мы будем использовать те предложения, которые к нам поступают. Программой развития АПК 2020 предусмотрены с 2014 года новые инструменты финансовой поддержки. Это уже в виде гарантирования и страхования кредитов и инвестиционных субсидий. Вы об этом знаете. Это будет впервые применяться в рамках государственной поддержки. То есть особенно в вопросах, связанных с инвестиционных субсидий, вот о чем наши выступающие сегодня говорили. Построил он новое высокотехнологическое предприятие по переработке. Пожалуйста, там до 50%, да, если память не изменяет, до 50% государство будет субсидировать эти инвестиции. Я думаю, это хороший уровень привлекательности для сельхозтоваропроизводителей. Поэтому вот эти вот новые элементы, в том числе страхование кредитов, в том числе гарантирование. Все эти новые механизмы в обязательном порядке утвердим в новой программе в феврале этого
года. Поэтому Министерство сельского хозяйства, КазАгро, другие заинтересованные госорганы должны до принятия этой программы еще раз, с учетом предложений, которые прозвучали до коллегии, во время коллегии, обсудить и еще раз внести какие-то предложения. Хотел бы сказать о взаимоотношениях КазАгро и СПК. В 2011 году продкорпорации для СПК были выделены 17 миллиардов тенге. Деньги были в большинстве своем использованы очень правильно, эффективно. Благодаря кредитованию СПК созданы были стабилизационные фонды. Во многих регионах стабфонды сыграли очень большое свое дело. То есть, по сути, по тем 9 позициям, по которым необходимо было удержать уровень цен, это было сделано. И вы видите, по ряду регионов на ряд направлений продуктов были даже снижены цены. Мы до сих пор, конечно, может быть, это не рыночно, но держим хлеб на том же уровне, порядка 40-45 тенге. Это хлеб, мы его называем социальный хлеб. Но нужно посмотреть, Аслан Сарыбаевич, надо ли одним, так сказать, одной рукой вот нерыночной поддерживать уровень цены хлеба, а другой рукой, допустим, не давать развивать нашим хлебопекарным, мукомольным и другим, так сказать, предприятиям переработки. Давайте посмотрим, как нам поддержать непосредственно вот потребителя по цене хлеба. Ну, мы же имеем возможность для коммунальных услуг, для социальных слоев населения, низкооплачиваемых социальных слоев населения, так называемая адресная социальная помощь. И она спокойно, хорошо работает. В некоторых регионах даже по этому направлению уже снижается адресная социальная помощь. Может быть, нам посмотреть вот, и продумать вопрос, связанный с адресной социальной помощью на обеспечение вот, ценовой разницы и не дать возможность, чтобы наши пенсионеры, ветераны, другие, те, которые, так сказать, вот по хлебу, и поддержать их. Нам надо здесь найти хороший компромисс, понимаете, чтобы не дать возможность нашим уязвимым слоям населения, чтобы хлеб, как основной продукт питания, мог на них, на их корзину повлиять, это раз. А второе, значит, нам надо поддержать нашу хлебоперерабатывающую промышленность. А то получится, завтра нам не на чем будет производить хлеб. Поэтому вот СПК в своей основе, оно, конечно же, выполнило свою миссию. Это я немного отвлекся по хлебу. Почему? Потому что были закуплены картофель, были закуплены основные виды овощей, других видов сахара и так далее, и так далее. И они сыграли свою роль на то, чтобы ни инфляционно, ни другими, так сказать, способами не поднялась цена. Но надо отвечать за те кредиты, которые... И вот акимы, и руководители СПК вот сидят в зале акимата. Значит, поручение акимам вернуть долг порядка 6 миллиардов. Почему? Потому что он должен быть постоянно в обороте. Взаимоотношения СПК КазАгро надо углублять, усилять. Вот. Но ответственность не только на СПК, но и на акимов областей это ложится. Тем более они являются председателями совета директоров СПК. Продолжает оставаться низкая доля переработки основных видов сельхозсырья и загруженность наших перерабатывающих мощностей. Очень важный вопрос, о котором многие из вас знают. Я вот в своей реплике говорил. У нас порядка 2000 предприятий заняты в переработке. А сколько на них работает? 55 тысяч. Много ли это мало? В сельском хозяйстве у нас... В сфере переработки, допустим, ну, включая там и город, где у нас задействованы перерабатывающие предприятия, работает 55 тысяч человек. И производят они продукцию чуть больше 5 миллиардов долларов. Много или это мало? И какая это доля вала внутреннем продукте? Конечно же, мизерная. Здесь практически все, от кого зависит вот сфера переработки. Беспрецедентные, надо будет, давайте беспрецедентные меры государственной поддержки окажем переработчикам. Но надо просто эту отрасль вот так встряхнуть хорошо. Все отсеется, то, что не может работать в нынешних условиях. А все самое современное, технологическое, давайте будем поддерживать.
Оно само потом, само по себе уже закрутит это все хозяйство. По переработке, я еще раз говорю, вот мы в рамках вот принятия этой программы, мы еще раз очень внимательно и очень серьезно рассмотрим. Все меры поддержки, которые есть в нашей новой программе, и новые механизмы поддержки будем применять. И последнее я хотел сказать вот, по развитию продовольственного пояса вокруг Астаны. Есть механизмы, есть возможность. Вот мы смотрели всю цепочку. Вот. Вот производитель производит, его цена, которую он хотел бы оптом продать, с учетом своей маржи и рентабельности, допустим, а его цена до потребителя доходит в 3 раза больше. Мы говорим, вокруг Астаны мы строим транспортно-логистические центры, создаем сеть хранилищ, овощехранилищ, там, других продуктов питания. Как правило, сельхозтоваропроизводитель приходит, ему, конечно, чем он будет по всем рынкам, у него есть уже испытанный его, так сказать, посредник, который, так сказать, дальше будет продавать его же продукцию. И больше он зарабатывает, чем этот сельхозтоваропроизводитель за год во время сбыта этой продукции. Есть возможность? Давайте хотя бы по Астане пилотный проект сделаем вот, в течение вот, 2013-2014 года. В областях это сразу подхватит. Уверен в этом. Можно решить проблему. Вот посмотрите, в 2007 году глава государства давал поручение, в 2008 он ее акцентировал по созданию сети теплиц. Вот вы посмотрите, в 10 раз увеличилось количество площадей. Я знаю, что в 2013-2014 году, может быть, еще в 10 раз увеличится отныне существующих площадей теплиц. В 20 раз выросло производство овощей в этих теплицах. Можно же решить эти вопросы? Во многих областях сейчас, особенно северных, я вам скажу, в течение ближайших 2 лет полностью закроют в осенне-зимний период. Но сегодня уже появились теплицы, которые не от сезона, допустим, к сезону. Допустим, они сейчас вот осенью начинают, в ноябре, допустим, их посадка, сезон. И где-то вот до июня месяца у них прекращается, начинается новый, так сказать, период их акклиматизации и других, так сказать, вопросов. Сегодня есть теплицы, которые круглый год дают продукцию овощей. Есть областя, я вам скажу, практически все промышленные областя, Восточная Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, через 2-3 года полностью себя обеспечат зелеными овощами. За счет только вот площадей теплиц. И такая возможность есть. И то, что сегодня поднимали вопрос в отношении импортных пошлин на ввоз оборудования теплиц, квот по сельхозтехнике, мы эти вопросы будем решать в Единой экономической комиссии. Поэтому вот эту проблему давайте мы будем решать. И полная поддержка министерства, Казагро со стороны правительства будет. В заключение еще раз хочу отметить, что все механизмы по решению поставленных нашим президентом задач учтены в новой отраслевой программе развития АПК 2020. Поэтому Министерством сельского хозяйства, экономики, бюджетного планирования, финансов, юстиции в установленном порядке внести эту программу в правительство. И мы должны в этом месяце, с учетом обсуждения, внесения серьезных поправок к реализации этой программы, принять. Но программа – это не догма. Если будут в этом, в следующем году новые инициативы, которые мы могли бы поддержать, я думаю, что мы внесем в программы соответствующие поправки. Но надеюсь, что эта программа и те предложения, которые звучат сегодня из уст непосредственно участников, будем говорить, производство сельской продукции, ее реализации, доведение ее до нашего потребителя в качественном таком уровне, она должна быть принята. Поэтому я хотел бы сельчанам, учитывая, что у нас в областях сидят наши руководители сельхозтоваропроизводителей, пожелать успехов, чтобы каждый год он был для них эффективным, чтобы было меньше засухи, больше продукции и уважение труда сельхоз наших, сельчан наших. Желаю успехов и всем здоровья.